Так, короче, всем привет. Сегодня мы играем в Brawl Stars за джин. Поиграем мы в горячую зону, заход кистов и с Brawl Ball. Ну, в принципе, начинаем. У меня в тиме 2 робота. У нас 8 бит, скорее всего, мы затащим. Хотя у них Фрэнкус и Пайпер. Еще Мортис. Ну, Мортис... Эта карта вначале только немного важна, да, больше ничего. Хотя у нас стик есть, он может его прихлопнуть. Так, теперь нужно разобраться вот с этой дамочкой. Ой. Ой. Ой-ой. Не заметил Фрэнкуса в кустах. Да уж, ладно. Надеюсь, мы с ним сейчас разберемся всей тимой. Все, с ним разобрались. Так, осталось разобраться с Пайпер. Ну, с ним мы сейчас тоже быстро разберемся, и останется Мортис. С Мортисом уже начали разбираться. Так что все, в принципе, мы с ним разобрались. Фрэнкус, бога... А, нет, я просрал. Ой, Пайпер. Так надо... Ой, она и коробку убила, она все что угодно убила. Пайпер. Иди сюда. Иди вот так. Ах, чуть-чуть не хватило. Вот, нет. Здравствуйте, здравствуйте. А, она ульту применила. И вот так. Все, ну теперь сюда бежит матрас. Господи. Так, они пока. Наша команда пока выигрывает, но. Еще фильм нет, как все пройдет. Надеюсь, тут дополнительное время будет. Да, дополнительное не будет. Осталось только их убить. Ух, одного от рынка избавились. Пока что мы эту катку не затащим. А может и это хотя нет, не знаю. Надо от матраса избавляться. Так. Не получилось. Ульту сорвать. На Джинни очень удобно ульту сорвать. Вообще, в принципе, на любом, кто может хоть чуть-чуть бравлера пододвинуть. Бравлера. Чего я несу, господи. Ну, короче, кто может чуть-чуть оттолкнуть бравлера, ульта тех персов. Соперника. Короче. Ульта тех бравлеров, которые могут оттолкнуть соперников, она может сорвать ульту соперников. Это, например, Шелли. Ну, на Джене это уже удобно, он притягивает. Он на себя какую-нибудь эльприму не притянуть. И все, в принципе. Так, тут бочка стоит в кустах. Так. Вот эльпримус. Так. Как там еще угрок ульта, это опасно. Главное, чтобы выжил вот этот Карл. Так, ай. Так, от одного избавились, но у меня катит бочка, и сейчас из кустов может и примовить. Так, отлево. Нет. Ну, хотя я больше так не буду делать, потому что он примет себе притянуть. Или выбежал. Так. У них центр, надо их прихлопнуть, чтобы они туда не появлялись. Да, здравствуйте, до свидания. Хорошо, что он подвис как-то. Так, теперь риск. Ну что, тут бочка. Бочка благополучно отскочила. Бочка ни в коем случае притягивает. Нельзя. Пчелу убили с кристаллами. Все, до свидания. Теперь я бегу в кусты. Броняться от этого чела. От брока. Все, в кустах. Ой. Здравствуйте, до свидания. Так, живи. Фух, от них избавились. Спасибо Рику. И все, в принципе, все. Эту катку мы затащили. Так, ну и еще попробуем в Бравл Боле. Потому что мне кажется, Джин тут будет полезным персом. Так как Джин, он может притянуть чела с мечом. Тут есть полезный перс 3. Ну, по крайней мере, 3. Ну, нет, не 3, больше, конечно. Но это 3, которые, я считаю, это Фрэнкус, потому что он свою ульту может за раз всю тиму выкинуть. Опа, вовремя поймал. Во-вторых, это Тара, которая может, в принципе, то же самое сделать. Только Тара, там она просто истянет, и все. Это время выиграем. Ну, еще Мортис на пустой карте может так затащить. Ну, на пустой, чтобы центр пустой был, а не вот так вот на огорожнено все. Так, тут уже Фрэнкус. Потому что Тара,
Ой, Мортис, он быстро до мяча доберется и все. Надо сейчас не допустить, чтобы Фрэнк утонул. Она будет его быстро к себе притянуть. И он там вообще в кустах стоит. Вообще иногда странно кажется. Фрэнк такой огромный в кустах стоит. Как он там прячется? Так, бежим, бежим. Ай, нет, 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 нет. Берите мяч кто-нибудь. Давай, Сэнди. О, Сэнди красавчик. Но выживет ли наш? Я не думаю. Ну, я думал, что он хотя бы предположительно Джин будет тащить. Предположительно. Ой, 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 ой. Так, ловим и нет, не поставили. Или нет. И что произошло? А, ясно. Нет, Джин все-таки он не тащит в этом режиме. Ну и чтобы видео не получилось настолько коротким, я попробую еще, наверное, поиграю еще в ограбление за, скорее всего, за. Не знаю, за, наверное, за мистера Пи. Там ему чуть-чуть осталось. И все. Чтобы видео совсем коротким не было, это так, финалочка. В следующем видео, извиняюсь, что оно такое короткое. В следующем видео мы, скорее всего, будем играть либо за мистера Пи, либо за Макс, либо за Биби. Ну, за Мортиса мы в ближайшее время точно играть я не буду. Так, мы вот этого избавиться. Барли, так, на меня теперь Джесси бежит. А Джесси избавились. Так, тут Роза. Аккуратно. Тут Роза. Синяя. Бежи. Браво. А, может, кстати, мы за Розу или Приму поиграем? Может. Так. Так, значит, автоприцел. Никогда не используйте, люди, автоприцел. Это опасно для жизни. Браво. Опа, сразу двух команд, да? Барли выжил. Так, так, надо курить брать. Так, я вообще до их сундука. До их. Как это штука называется? До сейфа добраться не надо. Так, надо быстро. Мистер прикручен тем, что им можно два раза одну атаку атаковать. Но если повезет, если соперник стоит и медленно движется. Он поэтому крутой. А, ульта у него какая-то, ну, странная, как минимум. Ну, примерно выпускает эти штуковины. Ну, я думаю, знаете, я скажу. Эти штуковины, вот как турелики у Джесси. Только это маленькие пингвины, или что это вообще? Ну, вроде маленькие пингвины. Так. И она какая-то, не знаю, слабая по сравнению с Персом. А так Перс нормальный. Крутой, мне даже нравится. Ну, Макс, мне кажется, все-таки круче, потому что у Макса, во-первых, 4 ну, патроны, или как это, как называть, как эти называете. Во-вторых, Макс очень быстрый, быстрая, точнее, извиняюсь, я в курсе, что Макс это девочка, не надо в комментариях там писать. Думаю, вот так. Еще я извиняюсь, что, скорее всего, у меня будет плохой голос на записи, то, что я не могу тупо отдельно голос записать, телефон тупо не видит эту запись, с которой я записывал, так что извините. Ну, и еще кто не знает, я перезагрузку канала делал. Так, все, турель здесь. Дева в шляпе. Вот видите, лежат вот эти штуковины, типа пингвинов маленькие. Так. И они тоже неплохой такой дамаг. Но чуть больше или примерно как у пушки Джесси. Только, ну, даже получше, наверное, пушки Джесси будет. Их же там бесконечное количество. Ну, в общем-то, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока.